включая логику и математический расчет, можно понять, что при добавлении второго поля солнечных панелей 5-киловаттного мы получаем в два раза больше солнечную генерацию в хорошей солнечной погоде и при пасмурной погоде. Вот сейчас солнца нету на улице, обычный день с тучами, с затянутыми облаками. Где-то, наверное, до 10-30 еще солнце было и хорошо успел зарядиться аккумулятор. Аккумулятор при этом заряжался, ток я повысил до 60 ампер, можно было и выше поднять. Аккумулятор активно заряжался, и если до этого, когда у меня одно поле стояло 5-киловаттное, аккумулятор в солнечный день выходил на 100% заряд где-то до 12 дня, а то и до часу, там до двух, в зависимости опять же от солнечной активности, то сейчас солнце немного вышло, два поля зарядили аккумулятор буквально до, вот, до пол одиннадцатого, до 10-15. Я был в шоке. Если я поднял бы еще ток, то понятно, что аккумулятор еще бы быстрее зарядился. При этом использовалось и первое, и второе поле. Инвертор как-то аналитически размышляя, брал оттуда и оттуда, ну, разную мощность. Там оттуда 2,3 киловатта с одного поля, с первого, с другого поля там 1,5 киловатта. И все при этом использовалось для питания дома и для зарядки аккумулятора. Сейчас вот, когда солнца нету, что мы получаем? 500 ватт с одного поля, при том, что аккумулятор заряжен, просто покрывается потребление дома. 312 вольт со второго поля и 400 ватт со второго поля. Первое поле 400 вольт и 500 ватт. Повышаем нагрузку на дом, повышается потребление с полей. Нагрузки требовать инвертор будет больше, соответственно, будем получать больше. Сейчас все это инвертором берется с полей по надобности, с перекрытием, с небольшим. Ну, плюс еще плавающим током дозаряжается аккумулятор. При том, когда аккумулятор активно требует зарядки, соответственно, по максимуму забирается с полей. Вот так это все работает. И то, что, о чем я вам говорил, вот в первых видео мы их спрашивали, зачем ты 10-киловаттный инвертор взял, зачем два поля, чтобы подключать к нему. Ну, потому что у меня крыша позволяла, я вам тогда еще говорил, из расчета того, чтобы солнечную сторону крыши полностью использовать для установки панелей, вот из расчета этого и брался такой инвертор, чтобы крыша не пустовала, установить солнечную панели, что, в общем-то, сейчас я и сделал. Занял всю крышу, два поля, по 9 панелей подключил. Панели разные стоят. По первым панелям видео у меня также есть, по грозозащите есть, по всем этим моментам. По аккумулятору также. Второй аккумулятор 10 киловатт. Беру я также, уже в дороге он там со многими, кто из Украины, заказывал я в этом магазине JCD Solar. Такой еще один придет, буду его параллелить, подключать, ну, то есть на зиму будем увеличивать емкость аккумулятора. Все это работает, городская сеть сейчас не задействована, уже больше месяца в режиме СБУ работает инвертор, то есть солнце, батарея, а когда уже нет ни солнца, ни батареи, батарея села, просела, то тогда, если есть городская сеть, то она вступит в работу. Но пока такого не было, ни разу. Один раз я, когда устанавливали солнечные панели, автомат, когда устанавливал, выключал я все это на какое-то время, там на час, на два, включил городскую сеть для питания дома, ну, чтобы здесь было освещение. А все остальное время чисто живем, уже сентябрь месяц, практически середина сентября, 9 сентября. Живем больше месяца уже чисто на своем. На солнце своем и ночью на аккумуляторе. Наступает день, подключаются панели, и в зависимости от солнечной активности происходит зарядка аккумулятора. Чем больше солнца, тем быстрее аккумулятор зарядится. Меньше солнца,
тем дольше аккумулятор будет заряжаться. Но я вам скажу, даже при наличии одного поля солнечных панелей, у меня не было такого дня, чтобы аккумулятор не зарядился до вечера до 100%. То есть в ночь мы всегда заходили с полностью заряженным аккумулятором. А сейчас два поля стоит солнечных панелей, то, ну, соответственно, в такие дни, когда пасмурно, эффективность с двух полей будет больше, чем с одного. Ну, все, в общем-то, логично здесь, и как бы не нужно быть специалистом, чтобы это понять. Слежу дальше. Сегодня думал записать видео, ну, нагрузить там, включить все, что можно. Вот уже и духовку притащил сюда электрическую, там, кондей включить, полностью нагрузить по максимуму, там, фены, все, что возможно, по максимуму загрузку сделать и посмотреть, как будет инвертор с полей забирать. И что будет забирать, в каком количестве, это интересно. Здесь видите, информация по двум полям, можно смотреть отдельно ее. Но солнца нету, поэтому нет смысла как бы нагружать, делать этот тест. Будет солнечный день, возможно завтра, то сделаю обязательно, будет видео по полной загрузке. Ссылку на инвертор оставляю, на Алиэкспрессе заказывал, заходите, адекватная стоимость. Ссылка на аккумулятор также на Алиэкспрессе, напрямую с завода, там их магазин. Очередь, да, есть, и задержки есть в поставке, но там два раза дешевле, чем наши ребята также хотят. Но уже у себя дома. То есть получил, сразу умножает на 2 и тебе предоставляет счет. Также и с инверторами. Кажется, такая же ситуация. Позаказали сами там партию, а тут продают, умножая на 2, на 3. Поэтому по ссылке заходишь под моим видео, заказываешь. Я показываю тебе, сам поставил для себя, сам пользуюсь, сам подключаю. С вами также советуюсь. Дельные советы ваши также я использую. Всем удачи, до следующих видео.